Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Ребят, мы с вами пришли в Саранду. Это достаточно большой туристический центр. Это очень большой город по сравнению со вчерашней Влёрой. Посмотрите, как много всего работает, вся инфраструктура. Очень много магазинов, ресторанов, кафешек, брендовых магазинов, обмены валюты, туристические агентства. Все абсолютно открыто, все работает. Ночной клуб, вот мы только что проходили. Смотрите, какая набережная. От нашего отеля Alir Holiday Inn мы дошли пешком, спокойным шагом за 40 минут, просто по прямой. Но это того стоит. Очень красиво. Посмотрите, сколько людей. Волшебную штуку вам покажу. Это на пешеходном ресторане. На набережной Саранды стоят зонтики, лежаки, шезлонги. Какие-то очень причудливые фигуры. К сожалению, даже не знаю, что они обозначают. Пляж у нас, как обычно, мелкая галечка. Для справки. Все-таки, если у вас есть, может быть, из предыдущих путешествий, или есть возможность купить каралки, спецтапочки, то рекомендую вам это сделать, потому что вот сегодня мы заходили в Саранде в море, как и в принципе во Влёре, и немножко, конечно, неприятное ощущение вызывала мокрая галька. Поэтому, если есть, берите, пожалуйста. Не устаю для вас снимать ночную Саранду. Красиво, движушно, громко, много всяких вкусняшек. Все бары, рестораны, все открыто абсолютно. Молодежи будет очень комфортно и очень классно. Смотрите, музыка играет, все это светится. Очень здорово. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!